Мы живем в Самаре и искренне любим свой город, считая, что мы, нынешние жители Самары, должны сделать все, что в наших силах, чтобы наши современники и будущие поколения гордились родным городом. Знаковые события в самарской мэрии. Олег Фурсов и руководители крупнейших городских сообществ подписывают соглашение о совместной работе по созданию комфортной городской среды. Подписавшиеся обязуются предпринимать конкретные действия и активно участвовать во всем, что будет улучшать облик города и делать Самару комфортной для жизни. Я вспоминаю, я жил у нас в поселке, к праздникам, допустим, к 1 мая, у каждого дома было все убрано. И самое стыд был и позор, когда около дома, вот в доме там никто не смотрел, но около дома, если что-то не подметено, там не вычищено, не подкрашено, понимаете, это было дело чести каждого человека. К соглашению присоединяются строители, профсоюзы, совет ректоров вузов Самарской области, Общероссийский народный фронт, студенческие стройотряды. Первым общим вкладом в чистоту и порядок города в рамках подписанного соглашения станет весенняя генеральная уборка Самары. Мы разделяем ответственность вместе с городом за чистоту. Студенческие отряды в количестве 1704 человека примут участие в этой акции. Мы вместе с советом ректоров уже распределили конкретные места, где мы будем убираться. В этом году за участие в субботниках горожане получат призы. Молодежь – пригласительные билеты на концерт звезд российской эстрады, люди среднего возраста – билеты в театры и музеи, серебряное поколение – дисконтные карты в сетевые магазины со скидками на продукты. Самые чистые и красивые дворы войдут в федеральную программу по благоустройству территорий. И по 3 двора в каждом районе оборудуют системой видеонаблюдения за счет города. От того, как мы с вами эту работу проведем, как мы сумеем донести это до людей, насколько людей мы сумеем вовлечь в эту работу, будет зависеть, как будет выглядеть город Самара в ближайшее время. Я верю, что нам с вами удастся это сделать. И верю нашим горожанам и гражданам, потому что сам живу в городе 50 с лишним лет. Вот, помню Куйбышев, каким был, помню, какими были люди, как они умели объединяться. Я считаю, что ничего не утрачено. Нужно просто поверить во власть, поверить в себя, поверить в родную Самару и вместе всем выйти для того, чтобы привести в порядок город. Присоединиться к соглашению пожелали еще полсотни общественных и коммерческих организаций. В ближайшее время и они получат на руки этот важный документ. Объединить усилия по наведению порядка можно и другим неравнодушным жителям и организациям. Марина Матвеевна, Василий Колдашов. События.